Последние теплые выходные провели с пользой более 20 семей со всей Белгородчины. На стадионе «Труд» состоялся региональный этап областной спартакиады «Семейные состязания». Оскольчане, губкинцы, грайворонцы, представители 23 муниципалитетов Белгородской области сдавали нормативы ГТО, состязались в умении оказания первой медицинской помощи, сборки и разборки автомата. Помимо спортивных навыков демонстрировали интеллект. Анна и Олег Клинковы из Валуек, завсегдатые спортивных семейных соревнований. У супругов четверо детей, младшие остались с бабушкой, а старшие Влад и Руслан – футболисты. Главная родительская поддержка в состязаниях. Спорт – это в первую очередь здоровье. А в жизни людей самое главное – это здоровье. Если будет здоровье, то будет все остальное. Это общее решение наше, всей семьи. Помимо спортивных и медицинских эстафет, семьи состязались и в интеллектуальном конкурсе. Виктория и Сергей Сарыгины из Грайворона. Папа – спортсмен, мама – умница и красавица. За 3 минуты они ответили верно практически на все вопросы. Вопросы, в принципе, несложные. Ну, из истории, исторические, да. Исторические, спортивные. Школьная программа, в принципе. Мы чуть-чуть вспомнили, что когда-то изучали в школе. В основном по физической культуре, которые были связаны с олимпийскими гольцами, какая страна, определение цвета. Где зародилось олимпийское движение, вернее, первые игры и так далее. То есть проходили там. Семейные состязания – это многолетняя спортивная традиция Белгородской области. Первый этап – муниципальный. Выбирают победителя на внутригородском соревновании. Завершает все вот такой большой региональный спортивный фестиваль. Второй год подряд он проходит в Старом Осколе. На сегодняшний день Староскольский городской округ с каждым днем улучшает свою спортивную инфраструктуру, благодаря чему мы можем принимать областные соревнования и соревнования различного уровня. Вот недавно стадион «Труд» включен во Всероссийский реестр объектов спорта. По итогам состязаний самыми спортивными и сплоченными оказались две староскольские семьи – Витальевых и Пауковых. Анастасия Иконникова, Алексей Грачев, Александр Балакин, 9 канал.